Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ». Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. В студии Лиза Калинина. Все верно. Программа «Наука и технологии». И я хочу, чтобы вы сделали все приемники погромче, телевизоры поярче, потому что у нас сегодня шикарный гость, интереснейший рассказ. И я очень рада, что у нас сегодня в студии этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительный член Русского географического общества Константин Куксин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Я хочу начать вот с чего. Относительно недавно вы были в какой-то экспедиции. Все верно? Да, относительно недавно. Я все время путешествую. Ну, понятно. Вот когда, откуда вернулись и когда? Оттуда последняя экспедиция была не совсем экспедиция. Это было участие в Конгрессе оленеводов мира в Скандинавии. Так. То есть, скорее, научная работа, научная, чем исследование. Научная работа. Ну, впрочем, мы общались и с кочевыми самыми, европейским кочевым народом. Так. В Европе их два. Это цыгане, наши старые друзья, и самые. Родные души, да, уже. Лапланцы. Так. То есть, знают все, кто человек... книжку «Снежная королева», например, или «Путешествие Нильса с дикими гусями». Угу. С ними мы и работали в последней экспедиции. И как? Удачно? Классно. Чипировать на оленя, которым следишь по интернету, это удобно. Удобно. Не то, что бегаешь по тундре на лыжах. Да, вот что интересно, мы просто сейчас говорили за кадром немного о музее. Мы сегодня, это основная тема нашего эфира, поговорим о вашем музее, о работе. И вы такую фразу кинули. А вот мои студенты сейчас-то на Чукотке никак не могут вернуться. Что они там делают? Это экспедиция на «Безвас»? На Чукотке? Когда становишься специалистом, так, надо и расширяешь свое дело, нужно, конечно, учить молодое поколение. У меня есть прекрасные ученики. Вот один из моих любимых учеников, Станислав Терешков, сейчас на Чукотке. Так. Должен был вернуться неделю назад, но пурга, в Лоре обледенела полоса, и не могут вылететь. Должен был прилететь в эту субботу, опять не прилетает, написал. Угу. Он снимает очень интересное кино. Я буду ведущим этого фильма, но он собирает материал. Да, ну плюс он покупает экспонаты. Они путешествуют вдвоем. Два человека, экспедиция. Умка Кайпанау, Чукча. Угу. Прекрасный городской московский Чукча. Серьезно? Глава ансамбля чукотского танца. И Слава Терешков, историк, антрополог. Они вдвоем работают. Понятно. Снимают, в общем, собирают материал. Собирают материал, покупают экспонаты, уже уникальные вещи уже приобретены для музея. Угу. Но главное, это видео, выйдет большой фильм на Первом канале о чукчах. Ну, понятно. Хорошо, давайте поговорим тогда о музее. Вот вы музей кочевой культуры. Что, когда он был создан, давайте расскажем, и что там можно посмотреть, увидеть? Это же случилось давным-давно, как начинают так и на свои повествования. Я работал в школе учителем географии. Так. И... когда вы преподаете этот предмет, то мечтаете об открытиях. Я еще ребенком понял, что опоздал родиться. Угу. На карту смотришь, нет белых пятен. Что делать географу? И тогда я решил совершить нечто выдающееся. Что еще никто не делал, потому что есть такое понятие «выдающееся путешествие». Угу. Пускай не открытие, но вот уникальное что-то. То есть, в принципе, мечтали, когда читали, вот как тот открыл, тот да континент, тот я остров рос какой-то. На Жюль Верне, на других книгах о путешествиях. И думаешь, что еще никто не делает? В бочках прыгали с Ниагарского водопада, все делали. Оказалось, что никто не пересекал пустыню Гоби на велосипедах. Ну, дураков не было. И мы с другом решили отправиться на велосипедах. Вдвоем. Это спортом занимался вдвоем, без сопровождения, мобильной связи еще не было. От берега Байкала до берега Желтого моря в Китае. 4000 километров без дорожки. Да, я москвич. Ну, просто так, да. И вот летом 2002 года мы омыли колеса наших байков в священном Байкале. И отправились в путь. Но это было немыслимо сложное путешествие. Много раз чуть не погибли. Но самое главное, я побывал в Монголии впервые. И меня очаровала эта страна. Угу. Китай не впечатлил. А вот Монголия? А Монголия впечатлила. Сохранность культуры, гостеприимные, открытые люди, которые много раз нас спасали из безвыходной ситуации. И вернувшись, я стал выступать на радио, на телевидении, рассказывал, какая классная страна Монголия, какие люди, какая культура. Мне никто не верил. Даже мои коллеги, географы, историки, говорили, Константин, вы что-то путаете. Культура — это как раз Китай. Да. Это Европа. Ну, да. Кочевники дикие. Тогда решил, ладно, вы мне не верите, я вам докажу. На следующий год поехал в Монголию, приобрел юрту, экспонаты. Все это поставил в школьном дворе. Эту облезлую старую юрту, подаренную мне мастером, назвал музей кочевой культуры. Вот, это старт музея. Да, это было начало. Очень интересно. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Я хочу просто напомнить, что у нас в гостях сегодня этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, о чем мы говорим, Константин Куксин. Вы можете тоже Константину задавать свои вопросы. Может быть, у нас тоже есть юные путешественники, которые мечтают отправиться куда-то
какую-то авантюрку совершить, вы сейчас дадите какие-то вредные советы. Что нужно сделать? Зайти в группу ВКонтакте «Страна FM». У нас есть отдельный пост, пишите в комментариях. И WhatsApp Viber 909-928-189-9. А вообще много последователей у вас сейчас? Много. Много, да? То и есть маленьких, и взрослых. Уже покорили сердца, да? Все, конечно. Не хотят жить в столице, хотят путешествовать. Ну почему? Путешественник должен вернуться. Вот расскажите об этом. Небольшая пауза, скоро вернемся. В гостях у нас сегодня этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры Константин Куксин. Наша программа «Наука и технологии» продолжается. И мы узнали, что Музей кочевой культуры появился в школьном дворе. Константин привез из Монголии юрту. И какие-то экспонаты небольшие. И вот это дело стартовало, так скажем, да? Что было дальше? Дальше было сложно, потому что в Монголии другой климат, он более сухой. Я стал придумывать, как юрту приспособить к нашему московскому климату, к сырой зиме. Уже технологии пошли. Вот это и технологии. Инновации. Наука и технологии. Вот, инновации пошли. И в итоге были разработаны сложнейшие технологии. То есть наша юрта, она внешне как в степи, на самом деле это сложнейший пирожок. Там есть современные синтетические материалы, обогрев, кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция, сигнализация. То есть это как космическая станция. Хотя внешне так смотрится войлочный домик. Вы прям Илон Маск, буквально. Почти. Наш, российский. И сейчас эту технологию я ее радостно транслирую. Она легла в основу моей диссертации. Адаптация традиционной жилищ в другой климатической зоне. И этномир, этнопарк «Кочевник», другие этнические деревни и прочее. Ну да, которые сейчас на слуху. Я либо помогал их создавать, либо радостно делюсь своими открытиями. Так. Потому что жалко, привозят юрту. Потом кто-нибудь поставил на Рублевке, сколько я их сам поставил там в качестве домиков. Понятно. А потом привозит, говорит, ой, надоело, сгнила. Жалко, мастер делал. Она гниет, да? Конечно, если просто поставить юрту, она сгниет. И будет плохо пахнуть, потому что войлок, он воняет, как овца. Да, да, да. Но есть технологии, которые позволяют юрту сохранить и в нашем климате. Московском. Конечно. Угу. Где все желающие, обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Хорошо. И что, и потихонечку... Потом оказалось, что кочевники живут не только в Монголии. Ну да. Оказалось, что они есть и в Средней Азии, и на Крайнем Севере. Да по всему миру. И мы стали совершать экспедиции в разные регионы. Отправились в Киргизию, в Казахстан. А подождите, вот вы, это кто? Это вы и... Я и мои друзья. А, друзья, то есть еще и первые экспедиции были с моими школьниками на велосипедах. Ну, я спортсменом был. Ну, понятно. На великах мы объехали весь Казахстан, Киргизию, Китай вместе с другом моим, Димой Бутом. И денег-то не было. Много ли денег у школьного учителя географии? А потом постепенно мы перешли с велосипедов на лыжи. И стали на лыжах ходить по тундре, искать оленеводов. Сами оленеводы подъезжали на снегоходах и говорили, ты говорит, с ума сошел? На лыжах ходишь, на снегоходах ездить надо. Ну да. И постепенно мы привозили все новые и новые коллекции. Собирали материалы. Рассказы стариков легли в основу моих книг. Это и «Монокота», и другие произведения. И постепенно музей стал расширяться. Прошло 15 лет, так. И сейчас у нас на школьной площадке 30 жилищ разных кочевых народов, не считая подсобных помещений, гостевых юрт. И музей стал известным. Мне просто интересно по-человечески. А вот когда это все появилось, директор школы, он что сказал? Костя, что это? Директором школы была замечательная женщина, Александра Михайловна Ленартович, основатель школы «Ковчег». Сама школа «Ковчег» — уникальная школа. Ну, это первая инклюзивная школа, где дети-инвалиды учатся вместе с здоровыми детьми. Я в этой школе 18 лет работаю. Бессменно. Так. И возникла идея, что эти юрты помогут нам работать с детишками сложными. Например, оказалось, что дети-аутисты в круглом пространстве из дерева и войлока гораздо лучше учатся, чем в каменном классе. Они по-другому себя чувствуют. И я разработал две программы. Это «Жизнь без углов» и «Тревел-терапия» — лечебное воздействие на инвалидов в путешествии. Вот эти программы до сих пор работают в нашей школе. То есть музей стал сразу образовательным центром и центром лечебной педагогики. Здорово. Это еще одна миссия музея. Конечно. Это все она, программа «Наука и технологии». Друзья, Лиза Калинина в студии. В гостях у меня сегодня этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, историк Константин Куксин. Мы продолжаем наш рассказ о музее. Меня что поразило? Вы мне сейчас открыли тайну. Так вы еще совершили кругосветное путешествие. Да, кругосветное путешествие — это нормально. У меня не было цели обогнуть земной шар. И за какой срок? Поехать. Ну, около 5 месяцев. Так. Сначала работал с цыганами в Румынии. Работал, жил с цыганами. А работали — это что значит? Вы их изучали? Работа — это полевая работа. Так. Метод называется «включенное наблюдение». То есть мы приезжаем, здрасте-здрасте. Песня цыгане. И поселяемся там и живем с цыганами в данном случае. Если цыгане ходят на базар, мы ходим с ними. Если цыгане куют, мы куем с ними. Очень подружились.
Поработали с цыганами, собрали материал, отправили в Москву. Дальше полетел в Штаты к индейцам. Взял в Нью-Йорке машину, друг у меня иракез, мы менялись за рулем и поехали через всю Америку по индейским резервациям. Так. Поработали с индейцами, подружились с ними. Затем надо было в Тибет срочно ехать, продолжать исследование. Ага. Там мы уже не один год работали. Пришла идея такая, да? Ну и из Сиэтла полетел в Пекин, а тут добрался до Тибета. В Тибете поработал, из Тибета выбрался в Китай обратно, в Монголию, оттуда в Бурятию. Ну и уже как-то осенью приехал домой. Обычное путешествие. Просто вокруг земного шара. Ну что, любопытно, день жизни я потерял. День жизни. Как Магеллан. Но... Если вы движетесь на запад, так, то, возвращаясь, вы теряете день. Он просто выпадает. Временной. Поэтому я должен совершить второе путешествие, теперь на восток, и вернуть утраченный день жизни. Ведь день жизни — это очень много. Ну, это очень много. Уж вы-то успеете собрать информацию про разные народы за день, за день. Хорошо. Сейчас музей чем живет? Как много там сотрудников? Вы мне уже перечисляли даже своих этих лошадей, коз. У нас, ну, лошадки. У нас 3 лошадки, 2 козы. Они участники процесса. Лошадки — это ипотерапевты, работают с инвалидами в школе. Это очень важная программа. Ну, а... Так, они еще наши боевые кони, у нас есть мастер-классы, мы учим сражаться верхом на коне, стрелять из лука, ну вообще работать с лошадью. Козы, обязательно участники программы, бывают. Дети московские козу не видели, говорят, ой, какие овечки, я говорю, это не овечки, это козочки. И детям даже есть испытания в масайском шатре, они должны поймать козу на пастбище и привезти, и только после этого парня посвящают воины. Ну, понятно. У настоящих масаев все конечно, суровее, но конечно, для московских конечно. Детей, когда посвятили. Мальчик заходит в козлятник и боится подойти к козе, понимая, что это не лев, конечно же, масайский, но все равно. И животные. Ну, а сотрудники, это мои ученики, это специалисты, у меня 10 человек, которые работают в школе, ведут программы в музее, прекрасные экскурсоводы. И все участники экспедиции. По правилам музея, внутренним правилам, человек не может вести экскурсии, пока не побывал в регионе, о котором собирается рассказывать. А это вы их отправляете, или это их какой-то интерес? Я приветствую инициативу. Человек хочет поехать, я же не могу. И вот так взял и поехал на Чукотку. Нет, человек хочет, это его тема. Ну, а музей помогает. Помогает, и потом мы вместе обрабатываем материалы, ребята пишут научные работы. В общем, это будущее российской антропологии. Вы все равно, вы, конечно, так скромно говорите. Вы только сейчас сказали будущее, наконец-то, антропологии. Вы же сотрудничаете, вот вы мне уже даже сказали. И с теми, такие уже международные контакты, уже идут конкретные конечно. Исследования. Музей, прежде всего, это образовательный центр. Да. Я его создавал для детей. Так. Когда я сам был ребенком, я терпеть не мог музеи. Мне в них было скучно. Ну, потому что тетенька ходит с указкой, там все. Я решил создать музей, где мне, ребенку, будет интересно. У нас вещи можно трогать, они замирают под стеклом. Это живой музей. То есть, если огниво, мы им разводим огонь. Если лук, мы из него стреляем. То есть, все это действует. Дети ткут у меня время экскурсии. У нас сейчас небольшая пауза рекламная. Потом прозвучит композиция, Константин. И вы продолжите, между прочим. Вот подумайте, что нам нужно сделать срочно за это время. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ». Все верно. И в гостях науки и технологий Константин Куксин, этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры. И вы еще, вы кандидат исторический? Нет, я еще, во-первых, географический. Я уже 10 лет пишу диссертацию, она у меня разрослась уже до размера докторской, все, никак ее не защищу. Не защитите. И, ну, ваши сотрудники тоже, вы их, я так понимаю, заставляете и вы получаете специальности? Я же говорю, никого не заставляю. Ну, курируйте. Ну, я думаю, мои талантливые ученики, как Слава Терешков, Дима Канунников, Аня Ларионова, они защитятся, может быть, раньше меня. Понятно. Что они идут вот в эту научную среду, они ученые. Я бы рад себя назвать ученым, но, наверное, не могу. У меня другой склад ума. Путешественник. Скорее, акын. О, как. Акын — странствующий сказитель. Их называли акынами в Средней Азии, таких людей, бодарчинами в Монголии, тесуэями в Северной Африке. Человек, который ездит по миру и рассказывает сказки. Я понимаю, наверное, вопрос глупый, такой дилетантский, но мне, правда, очень любопытно. А уже есть ваша любимая какая-то страна, место на Земле, куда вы готовы или возвращаться, и уже скучаете? Я 15 лет проработал в Монголии. Монголия. Несколько лет назад стал заслуженным работником культуры Монголии. Да вы что, мы вас поздравляем. Спасибо, у меня даже пенсия в тугриках. Да? Будет. Я старость уеду туда жить. С Монголией очень тесные связи. Очень тесные. И есть другие места. Слушайте, ну а там Монголия для нашей аудитории, вот нас слушают обычные люди, да, по факту? Ну, имеется в виду обычные, не ваши коллеги, так скажем, путешественники такие. Вы советуете Монголию посмотреть? Разумеется.
И можно весь ехать... мир ездит в Монголию. Это страна сохранившейся своим... традиционной культуры. Это страна-заповедник. Угу. Монголия огромную территорию занимает. Одна из величайших стран мира. В ней живет 3 миллиона человек. Угу. Это населенная страна, где можно изучать дикую природу. Можно совершить путешествие от тайги на севере Монголии до пустыни Гоби. Ну, страшно. Бывать на Алтае, где снежный барс встречается еще. Да, спасибо. Да он не опасный для человека, не съест. Ну и потом, если человек боится, пускай сидит дома. Либо ездит в туристические какие-нибудь путешествия. Но сейчас все популярнее и популярнее такие виды, как глубокий туризм, погружение в культуру. Но все равно это туризм. Но нужен проводник. Я же ездил без проводника. Ну вы, да. Вы можете на великах сесть и поехать и объездить по полмонголии. Как говаривал Бильбо своему племяннику Фродо. Да-да-да. Опасно это дело, Фродо, выходить за порог. Конечно, опасно. Но не опаснее, чем жить в Москве. И еще мне интересно, вот вы мне тоже сейчас за кадром рассказали, ваш старший сын, которому сейчас 15 лет, уже так или иначе пошел... На днях вернулся из экспедиции первой. Первый самостоятельной экспедиции. Пошел по вашим стопам. То есть он один, чтобы вы понимали. Парень в 15 лет один уехал куда? В тундру Ямала. Ну, во-первых, он там уже побывал в 13 лет. С вами? Со мной. Да. Я отвез его к своему учителю Гавриле Затруеву, потрясающему рассказчику Оленеводу. А, ну, то есть какой-то блат есть. Ну, не блат, а просто он был представлен. Душу женскую грею, что ребенок не брошен. Какой ребенок? 15 лет — это уже не ребенок. В традиционной культуре это взрослый мужчина. Нашим детям не хватает инициаций. Инфантильные все. Обрядов перехода. У нас хоть были пионеры октября-то. Ну да. А сейчас этого нет. Они поэтому не взрослеют. А для парня это очень важно. Так, вот вы решили. И он выбрал себе школу не очень хорошая, Донской лицей. Он выбрал себе курсовую работу, тема ее — это оленеводы. И мало мы советовались, он решил инновации в жизни оленеводов. Да, сам выбрал. Сам выбрал, так. Я говорю: сынок, надо поехать. Говорит: хорошо. И все, он отправился в тундру, Гаврила его встретил на снегоходе, увез туда. Парень вернулся. Неделю он там пробыл. Ну, общий слушай, 10 дней, но с оленеводами неделю. А, ага. Он вернулся, взахлеб рассказывал, потому что к нему-то отнеслись как к взрослому парню. Угу. Молча взяли в тундру, минус 40, пасти оленей, корализация. То есть мальчишка заваливал оленей, делал прививки, отделял стадо. Говорит: папа, я в жизни так не уставал. И при этом он еще по нашему опроснику собирал информацию у разных людей. То есть занимался разных поколений, да. Вот сейчас он сидит дома. Приболел. Ну, на нервной почве. Температуры нет, но просто в шоке. И набивает на компьютере диктофонные записи, расшифровывает дневники. То есть вот это и есть научная работа. Ну да, не пропало добро, опыта же надо делиться, передавать. Поехал мне оленей пасти. Я же не оленеводом хочу его сделать. Ну, конечно, конечно. А научить собирать научный материал. Собрал, доволен. Собрал, доволен. Пойдет по вашим стопам? Я не знаю. Но собирается на геофак поступать, может быть. Мы затронули в начале нашего разговора такую тему важную, что ваша школа, где вы работаете, Кочевник, там инклюзивное образование. Школа Ковчег. Если директор узнает, что вы передавали школу в Ковчевник. Простите, музей Ковчевник, да. То есть там учатся ребята разные. С особенностями развития, да. Да, то есть и такие, и такие. Вот вы уже работаете в школе сколько лет? 21 год. Вы видите вот эту тенденцию положительную? То есть она ваши инновации. Было... Вот и можете нам рассказать какие-то примеры, которые вот действительно поражают? Потому что вы так со мной поделились, я хочу, чтобы... Ну, примеры, когда я еще часто детей донесли. Возил в поход. Например, у меня в классе девочка с ДЦП, она не может ходить. Голова ясная, все, ходить не может. Я же не могу повести класс в поход, а ее не взять. Сама идея интеграции будет разрушена. Да. Мы разрабатываем с ребятами. У меня школьники должны были сами придумать маршрут, сами рассчитать продукты. Ну, то есть дети должны расти самостоятельными. Это очень важно. И мы придумали идти часть на лодках, часть пешком. И девочку Машу ребята сажали в лодку. Руки у нее сильно нагребла, а потом из лодки вынимали. Она принимала полноценное участие. И не просто ее везли, она сама шла, правда, по воде. Это прекрасно было. Она не была отделена от класса. Это здорово. Или мальчик у меня был аутист. Так. Мы возили его в походы. И ребенок, который вообще в школе не разговаривал, просто сидел молча и не реагировал ни на что. Он даже выступал на общих сборах, держал речи. А возвращался в Москву уже в поезде. Раз-раз-раз, в себя уходит. И мама долгое время не верила, что он разговаривает. Вот ничего такие себе примеры. Ну и потом у меня были ребята, вот мальчишка-сирота, оберженец из Туркмении. Сестра привезла его. В класс поступил с диагнозом олигофрения в стадии дебильности. Ну то есть он только кусался и не говорил по-русски. Что вы думаете? Вырос прекрасным человеком. Сейчас работает официантом в Балчуге. Женился. О. Ребеночек родился. Он мне как приемный сын, я его воспитывал.
и я стал крестным отцом, для меня это большая радость. Когда вот эти дети, которые попали бы в другую школу, что их ждало? Они бы так и остались, только кусались. А здесь они смогли стать людьми. Это очень важно. Ну, конечно, это очень важно. У нас вновь небольшая музыкальная пауза. Вы знаете, Юлия Беретта тут поет песню «Дикая». Очень подходит, мне кажется, к нашему разговору. Так или иначе, к дикой природе, наверное, относится. Друзья, пишите и вы 909-928-189-9 WhatsApp, Viber, SMS и группа ВКонтакте «Страна FM». Задавайте Константину свои вопросы, а мы вернемся. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна FM». Все верно, друзья, наука и технологии, этнограф, путешественник Константин Куксин у нас в гостях сегодня. Ну так, если коротко, я все спрашивала вас про другие страны, думаю, «Страна FM», пришли к нам в гости, говорим мы про Россию, матушку. Вот что у нас такого, какие места вы считаете, что каждый россиянин, интересующийся, ну, обязан посмотреть, по вашему субъективному мнению? Ну, во-первых, в России туризм худо-бедно развивается. Например, да дело даже не в туризме. На Байкал стали есть очень многие. Байкал, уже стало популярно. Камчатка на Ключевую сопку просто поднимают, как по эскалатору люди. Вот летом. Подождите, не спешите. Байкал, вы говорите, а с какой стороны? Вот тут же тоже там много нюансов. Ну, что вам обычно южный берег Байкала все приезжают. Там кругобайкальская дорога, там развитая инфраструктура туристическая. Кто-то в Баргузинский заповедник поедет, кто-то на север Байкала. Оттуда можно и в Монголию путешествие совершить. Вашу любимую. Да, конечно. Так. Затем Камчатка. Так. Опять же на выбор. Все зависит от того, средства позволяют. Хочешь в долину гейзеров, на вулканы, восхождение, все что угодно. Угу. Затем европейский север. Популярно. Карелия, очень Кольский полуостров. Россия очень многообразная страна. У нас ведь есть настоящие пустыни. Можно поехать в Калмыкию. Угу. На машине. Вот я за 18 часов доезжаю в Москву. 18. 18 часов на машине. Элиста, где возвышается огромный буддийский храм, плывущий над почти одноэтажным городом. Пустыня Черные земли, где можно увидеть сайгаков. Вот сейчас в мае месяце будет цветущая степь, а потом желтый песок. Дельта Волги, где цветут лотосы. Северный или Южный Урал. На Южном Урале это пещеры знаменитые, Каповые, Белая река. Полярный Урал, это Северный Урал, Мани-Папуниоры знаменитые. Куда угодно. Алтай, сказка. Саяны, волшебная, республика Тува. Там видите, как живут люди в юртах. Хотя это не Монголия, а Россия. Чукотка, где сейчас мы несчастные студенты. Не можете выбраться. На Чукотку сложно. Нельзя дать гарантии, когда вы вернетесь. Потому что погода ну, очень переменчивая. В России есть куда поехать. Но Россия — это не весь мир. Сейчас россияне путешествуют по всей планете. Ой, слушайте, я сама, вот у нас есть такая рубрика, мы как раз рассказывали про города России, страны, вот все, что вы назвали, я была на Байкале, в Карелии, у меня мечта, конечно, отправиться на Алтай. И мне кажется, это какая-то земля еще, ну, такая магическая, что магическая. Ли, отчасти. Там, говорят, Беловодье находится. А вы верите вот во всякие такие штучки магические? Во всякие магические штучки? Что-то случалось с вами? Я ученый. Вот... Я перестану быть ученым, как только начну верить во всякие магические штучки. Да. Недавно у меня эфир был на РЕН-ТВ, они все говорят, а правда на Марсе обнаружили головы Альмеков? А я говорю, ребята, меня позвали как эксперта, давайте говорить о том, менее, что существует. Говорите... Но в своей работе я часто встречаю вещи, которые наука не может объяснить на данном этапе. Необъяснимо. Но как честный исследователь, я это просто все фиксирую. Говорю, вот, есть такой факт, особенно при работе с шаманами. Я много лет изучаю шаманские традиции. Мы не можем объяснить, как это происходит, но есть работает. Такой факт. Опять же, когда я был маленьким, я думал, что все открыто. Так. Сейчас я детям, своим ученикам, пятиклашкам говорю, ребята, и вам еще останется, и вашим детям, и внукам, земля не исследована. У меня у самого в жизни было несколько случаев, когда я был первым белым человеком, которого видели местные жители. Вот недавно мы работали в Мьянме, на островах Мьей в Андаманском море. Так. Далекий остров на карте или виден. Высаживаемся из лодки, там какие-то местные жители сидят, племя Макена, и в ужасе убегают в джунгли. Одна старуха, древняя бабушка, еле ковыляет, мы ее окружили, ля-ля-ля, здрасте-здрасте, а вот магнитики из Москвы, подарки. Из джунглей испуганно вышла ее дочь, она говорила по-мьянмарски, язык Макена, кроме них, никто не знает. Разговорились, через два часа беседы бабушка говорит, ой, говорит, а вначале так испугалась. Убежать хотела, как все. Я говорю, чего вы нас испугались? Говорит, никогда таких странных людей не встречала. Я сказала, что не только мы вообще первые белые. Мой переводчик Тазо, наполовину индус, тоже был в диковинку. Она видела только мьянмарцев и Макена, а ей 83 года. Вот так.
Я был первым белым, чья нога ступила на эту землю. Здорово. Вернемся к вашему музею. Я напомню, что Константин Куксин еще директор музея кочевой культуры. Вот мы, собственно, про него и начали говорить. Сейчас музей очень большой. Мы уже... Это крупнейший этнографический музей Москвы. Этнографический музей Москвы, да. Ближайший крупный — это музей этнографии в Санкт-Петербурге. Да. В Москве аналогичного нет пока. Ну, возможно, наш музей разрастется и в этнографический музей. Мы не будем только кочевников представлять. И в музее более 50 программ. Все они интерактивные. Рассчитаны на детей от 8 лет и до глубокой старости пенсионеров. Там приходят разные группы. Ну, главное не проводить совсем малышей, потому что, ну, если там ребенок совсем крох, он будет пищать и мешать. Все-таки это образовательный процесс. Но образовательный процесс крайне интересный. Все строится на вопросах-ответах. Меня спрашивают, а тебе не скучно одно и то же рассказывать? Я говорю, конечно же, нет. Ни одна программа не повторяется. Потому что люди разные, они задают разные вопросы. И каждый раз получается другое произведение. Вообще это спектакль. Спектакль, который экскурсовод Акын проводит для гостей. Если придете в музей на 2 часа, у нас 1.5-2 часа длится программа, вы забудете, что вы в Москве. Вы сидите в юрте, особенно зимой здорово. Юрта у нас везде тепло. За юртой ржут наши кони, которые пасутся на пустыре. И полная иллюзия, что вы в Монголии, а не в России. Люди выходят и говорят, не может быть, мы в Москве. Это телепортация в другую страну, и еще это машина времени. Волшебство. Это магия. Потому что у нас есть исторические программы. Когда дети приходят в юрту Чингисхана и разыгрывают спектакль, мы их наряжаем в костюмы той эпохи, 12 века, они потом называют друг друга уже после экскурсии именами. Тимучин, Борти, Исугай. Они начинают играть в эту сказку. Да. Очень здорово. А ближайшее путешествие куда у вас? Вы вообще их планируете? Или как ли у вас? Ох, надо... Нет, разумеется, мы планируем. Прям четкий план. Многолетний план исследования. Так, ага. Сейчас мы очень плотно работаем в Иране. Иран — это страна кочевников. Было 2 потрясающие экспедиции, привезли жилища. Сейчас будем работать Иран, но не шахсевенами, бахтиярами, кашкаями, как прежде, а с белуджи и с туркменами. Причем и в Туркмении, и в Иране. Продолжается работа с цыганами. Продолжается работа в Южной Америке. Мы исследовали Перу, Боливию, Чили. Были написаны потрясающие работы. И мной, и моей ученицей Аней Ларионовой, нашим переводчиком с испанского языка, которая сейчас изменила свою жизнь и учится на социального антрополога. Экспедиция стала для начала новой жизни. Я думаю, будущий великий ученый. Мы открыли, впервые были открыты кочевники Альтиплано, не описанные никем прежде. Не новые народы. Народы известны, кечуа и мара, но казалось, что они кочуют. В общем, Константин, что я вам хочу сказать? Заворожили вы меня. Приходите к нам в гости еще. Время, к сожалению, подходит к концу. Я хочу выразить вам огромную благодарность. Безумно интересно. Ждите в гости, мы придем, а мы ждем вас. Обязательно. Только радиослушателям, телезрителям сначала в музей нужно позвонить. Ага. И записаться на программу. Мы обязательно. Поняли. Мы формируем группы. И добро я пожаловать. Тоже узнать. Спасибо вам огромное, друзья. Я хочу напомнить, у нас в гостях был этнограф, путешественник Константин Куксин. До встречи. До встречи. Спасибо вам огромное. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна-ФМ».